На этом уроке мы будем учиться, как вязать жгутик. Берем нитку в левую руку, крючок в правую, заводим его с левой стороны за нитку и оборачиваем на 360 градусов. Теперь заводим крючок с левой стороны за нитку и продеваем нитку в петельку. Затягиваем. У нас получилась первая петля воздушной цепочки. Теперь снова заводим крючок с левой стороны за нитку, захватываем ее, продеваем. Готова вторая петля. И точно так же еще один раз. Теперь крючок вводим в первую петлю воздушной цепочки. Захватываем нитку, продеваем петлю, и на крючке образуются две петли. Теперь снова захватываем нитку и продеваем петлю через две петли на крючке. Теперь мы поворачиваем наше вязание на 180 градусов. Вот так. И продеваем крючок вот в эту маленькую петельку. Теперь захватываем нитку и продеваем ее через эту маленькую петельку. На крючке образовалось две петли. Снова захватываем ниточку и продеваем через две петли. Затем поворачиваем наше вязание на 180 градусов. Теперь вот в эти две маленькие петельки мы продеваем крючок. Захватываем нитку и продеваем через эти две маленькие петельки петлю. На крючке у нас две петли. Снова захватываем нитку и продеваем ее через эти две петли. Далее будем повторять одно и то же. Поворачиваем вязание, продеваем через две петли крючок, захватываем нитку, продеваем петлю, снова захватываем и продеваем через две петли. И так повторяем дальше. А теперь быстро. И вот что в итоге получилось. Такой симпатичный, красивый жгутик, довольно толстый.